Его живопись – отражение неуемной натуры. Она почти всегда размашистая, эмоциональна. Так о творчестве Владимира Юдина выразился директор Рязанского художественного училища Василий Колдин. Называя себя художником-любителем, известный в Рязани хирург, между тем пишет картины уже не одно десятилетие. И главное, что критики и зрители отмечают в его работах – это наполненность жизнью, чувствами, эмоциями. Это душа. С маленьких этюдов все началось, с маленькой картонки, а потом все больше и больше. Самая моя первая работа была, причем выдуманная из головы, это зимний пейзаж, снег, и по дороге едет сани с ямщиком. Почему-то мне так вот какая-то ассоциация была. Эта картинка у меня осталась, сохранилась. Персональная выставка посвящена теме весны. Здесь можно увидеть картины, написанные маслом и акрилом, кистью и мастихином. Их объединяет одно состояние, которое передается зрителю. Состояние восторженного удивления моментом. Хотелось показать, вот, чем мы наслаждаемся, как сиюминутное это явление в природе. Она всегда меня завораживает. Когда начинаешь спускать сирень, я всегда писал ее. Причем старался писать с натуры, в виде, так скажем, пленэрной живописи. Вот. И сирень, конечно, мне безумно нравится. К творчеству известный врач-хирург пришел в возрасте 40 лет. По его словам, внутри появилась потребность, некий зов, сопротивляться которому он не мог. С тех пор в его жизни любимая профессия, увлечение самолетами и живопись. Днем хирургия, где-то суббота-воскресенье полеты, а между ними живопись. В детской центральной библиотеке познакомиться с творчеством Владимира Юдина может любой желающий. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».